Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня я расскажу вам про грино такой. Это морс, клюква, виноград, арония. Что такое арония, я не знаю. Может, вы скажете в своих комментариях. Первый раз такое слышал. Морс смешанный ягодный. Северная клюква для питания детей школьного возраста. Старше 3 лет. Состав. Сок белого винограда. Ой, чуть не прочитал вина. Белого вина. Сок аронии, клюквенное пюре, сахар. Написано С со звездочкой. Или сахарно-глюкозно-фруктозный сироп G со звездочкой. Буква код. Понятно. Потом я вам скажу, из чего все-таки это. Из сиропа или из сахара. Регулятор кислотности, любовная кислота, ароматизатор, пищевые красители. Тип клюква, клюквенный, вода. Так что клюквы здесь, скорее всего, нет. Кроме пюре. Изготовлен из концентрированных соков и пюре. Минимальная объемная доля фруктового сока и пюре 15%. Поняли? В каждой шестой чашке вас ждет выигрыш. А-ха-ха! Сегодня я прям очень много шуток рассказываю. Срок годности 12 месяцев. Интересно, это литр? Нет, не литр, 0,95. Но я читал где-то, что так они налог меньше платят. Штрих-код российский. Кто делает сей продукт, который можно хранить до 25 градусов, без ГМО, на 100 мл, 10 грамм углеводов, 170 киложоулей. Кто же его делает? Здесь нигде не написано, кто же его делает. Смотрите по ссылке, больше витаминов. Непонятно, кто его делает. Ну ладно, останется загадка. Его делает Чижик. А-ха-ха. Сегодня третья шутка уже. Просто продает. Гарантия качества. А что еще хотел сказать? Какая же там буква все-таки? А здесь буква G. Вот смотрите, значит, ролик сначала и поймете, что там был сироп, оказывается. Легкий освежающий морс удивительного ягодного микса, клюква, виноград. Улучшает самочувствие, заряжает на организм энергию, но и немножко, а то вдруг он не зарядит мой организм энергией. Четвертая шутка. Я не пью его. Почему его не пью? Мне кажется, что я его пил. Открывается достаточно легко. Да, еще я вам скажу, да, заметил такой секрет. После того, как его закрываешь, не совсем непонятно, открыт он или не открыт. Очень интересная такая система. Мне она не очень нравится. Но просьба обращаться к grinulo.ru. Control собака. Я нашел, кто его делает. Город Пермь. Промышленная улица. Дом 96. Пермский крас. Санфрут ООО. Качество они гарантируют. Пробуем. На цвет такой вроде не разбавленный. Очень вкусно. Пока-пока.